Если успеешь поставить лайк за 3 секунды, то все твои мечты и желания сбудутся! Всем здорова, дорогие друзья! А с вами по-прежнему Верфони Бобби, и добро пожаловать в гарную веселую игрушку под названием Roblox! Всем хай, дорогие ladies and gentlemen! Здорово, чуваки! Ну что ж, ребят, сегодня мы с парнями поиграем в интересный режим. Сегодня мы должны будем спастись от огромного цунами. Наша задача — построить укрытие, убежище, чтобы пережить огромную волну цунами. Кстати, парни, кажется, она уже идет. Вы посмотрите на горизонт. Там поднимается вода, у нас нет укрепления, мужики. Кажется, нам крышка! Она идет, идет волна, блин. Мы сейчас утонем. Смотрите, друзья, идет волна. Пока она идет, ставьте лайк, если не успели поставить 3 секунды, у вас вторая попытка. Заранее огромное спасибо, нас парням будет безумно приятно это построить, чтобы выжить от огромного цунами. Ну что, парни, желаю вам удачи. Кто что будет строить, мужики? Андрюх, ты что будешь строить? Здоровый какой-нибудь маяк, здание высокое. Маяк, здание, понятно. Ты, Вабян, что будешь строить? Я бы хотел построить какой-нибудь дом в стиле хай-тек. Дом в стиле хай-тек, ну, да. Хорошая идея. А я не знаю, парни, что мне строить. Может, бункер или гараж какой-то? Построй бункер, бро, мы все. Ну, слушай. Чтобы оно высоко было. А если бункер, то может затопить цунами. Реально надо наверху строить, парни. Пошла жара. Мы умерли. Пошла возня лютая. Ладно, парни, попробую построить небольшой бункер для начала. Может получится, если нет, буду строить что-то потом наверх еще. Ага. Ну да. Так, из чего, друзья, строить бункер? Из бетонных стен или из каменных? Из кирпича. Я из кирпича наверное, да. А еще хочешь из того и стоит? Ну вот. Ну все, парни, погнали строить тогда уже. Короче, бункер, друзья, делаю. Не знаю, получится в нем пережить волну цунами или нет, но во всяком случае буду надеяться, что получится. Короче, я, наверное, не дом в стиле хай-тек построю, а просто какой-то дом, блин. Почему? Хай-тек строй, бабя! Хай-тек, хай-тек! Да, да, строй в крутом, хай-тек стиле. Хорошо. Да, давай. Чтоб дом на хайпе. Я вас к себе не пущу. Чтоб дом на хайпе был. А чё ты не пустишь нас? А у меня будет вход платный. Ты чё, гад, что ли? Спасибо, я блин. Это, друзья, еще и друг называется, бабя. Отличный друг, блин. Ага, да, старый самый друг. Лучший друг. Лучше новых двух. А где двери, парни? Кто-то видит двери? Бро, нет. Как? Дверей я нету? Я пока строю. Щит. Что, без дверей? Двери будет? И окна, вот, есть. Где, где, где? А, я не скажу. Ну, скажи, я тебя дом пущу бесплатно. Ага. Двери бункера бабки стоят. Двери денег стоят, парни. У меня нет денег. Мы с вами вообще нубы. Тогда без вот такую. Будем. Тогда вот такую, ребят, поставлю. Все, чтобы просто да, пережить. Надо что-то делать. Надо, блин, деньги зарабатывать. Видимо, друзья, надо пережить пару волн, чтобы заработать первые деньги. Значит, надо просто пока построить времянку, парни. Микроубежище быстрое. Поняли? Ну да, ты прав. А потом строить уже что-то крутое. Короче, друзья, я построю вот так, чисто вот такой кубик. Это будет мой первый бункер. Может быть, получится пережить. А если нет, просто такое же построю, то только наверху. Вот и все. Правильно? Мы тебя поняли. Так, какую-то лестницу надо, наверное. Или не надо мне? Мне вообще надо лестницу, парни? Не, или бро, нет? Тебе ничего не надо. Ладно, я строю крышу уже. Вот такая у меня, блин. У просто меня вообще ничего не строится, просто не бункер будет, друзья, реально. Короче, от цунами помогает либо бункер, либо что? А у меня тут дырки, вода затечет, парни. Не знаю, парни, я уже свой дом в стиле хай-тек почти достраиваю. Я не понял, у меня, парни, тут дырки какие-то уже будут, слышите? Ты что, дырявый, блин, там? Походу, надо укреплять, друзья, видите, у меня вот здесь не герметично получается. Сейчас будем тонуть. Так, я тогда вот это закладываю, ребят, кирпичом все. Так, я заложил. Боже, что я построил? Это я, бро. Да я знаю, Бабян, что я построил, что гадость какую-то. Я не знаю, я какой-то кокулик получается. Да, но это, друзья, временное убежище. 6 секунд, Бабян! Я у тебя. Короче, секусь. Мы это, с Бабяном у меня, Андрюх, будем переживать первую волну. Я понял. Бабян, там жесть какая она огромная пошла. Да. Слышь, все. А там времени много, кстати. Все, я укрепился. Гигантское тройное цунами идет, парни, если вы... Гигантское тройное цунами. Бабян? Стоим. Бро, что за фигня? Ой, мы живы. Слышишь? Бобис, мы в бункере выжили! Давай! Это бункер, да ну кайфа! А если открыть, ой, если сломать, я Бобян? Я затонул. Слышь, если сломать, что будет? Не надо? Не надо, бро. Дай дырочку сделаем? Нет! Смотри, не проходит вода. Ах! Прошла? Я заделал дырку. Заделаю, бро. Я живу. Делайте. Потому что я пережил, парни, свое первое цунами. Там оно, конечно, еще идет, ребят. Смотрите, какое огромное. Парни. Жесть. Тройное, лютое, опасное. Тройная волна пошла, сейчас самая большая. Заливает, парни, мой бункер, но...
Кажется, мужики, я пережил его. Реально? Да ну. Не знаю, пока денег парни не дали. Пока денег не дали, но надеюсь, друзья, мой вот такой бункер справился. Давайте сделаем, знаете что? Высокие дома, вот построим какие-нибудь лестницы и наверху дом сделаем. Ну да, я вот хочу маяк сделать. Вот, Андрюха, маяк, а мы давай, Бабян, сделаем дом на вершине мира. Так, давай, ну давай, что, 40 секунд еще надо прятаться или уже все, можно вылазить? Думаю, все. А, через 40 секунд прибудет цунами. А, ну, я умер. Ё-моё, нафиг я из бункера вылез. Я там долго ждал и умер! Нафиг я вылез из бункера! Или оно идет сейчас. Теперь денег не дадут, блин! Я Бабяна, друзья, послушал. Да, это, конечно, жесть. Ё-моё, ладно, буду ждать следующего цунами, друзья. По-прежнему буду сидеть пока в своем бункере. Посмотрим, дадут денег или нет. Ну что, друзья, в общем, попробую пережить я в этом бункере цунами. Парни продолжают строить, я пока ничего не строю. Зато я поймал тут двух человек, один уже умер, в свое парни логово. Я их запустил и закрыл двери. И теперь мы ничего вместе. Ничего себе, ты бандит. Ну что, друзья, 113 секунд пережить гигантское, опять тройное цунами приближается. Попробуем выжить, посмотрим, сколько денег дадут. Парни, у вас там как стройка, нормально? Так, подождите. О, Андрюха строит маяк, продолжает. А ты не боишься умереть, Андрей? Я не боюсь, страха нет. А ты не умер ли сейчас? Я умер. Жив, нормально, но пойдет третий еще выше. Бабян, а ты в своем домике живешь? Я живу. Хорош, четко. Ну что, друзья, вон, идет это большое цунами. Идет возня. Закинуло. Я реально живу, парни. Да, я тоже. Слушайте, тут есть подборщик вон. Тут можно, знаете что, за робоксы купить, чтобы было следующее цунами. Там есть гаргантон. Гаргантюанская волна, это из фильма этого, Интерстеллар, Гаргантюа, там такая планета была. Бро. Четырехкратная волна, крошечная волна. В общем, друзья, сначала построим наши бункеры, крутые дома наверху, а потом это, закупимся суперскими цунами. Да. Так, ну что, 50 секунд, друзья, осталось. Ну все, друзья, 13 секунд, 10, 11, точнее, вот 10, 9, все. Кажись, друзья, выжили, но пока не вылазю. Ну что, сколько денег, Бабян, нам дадут, интересно? Я не знаю, сейчас посмотрим. 2, 1 и... Где деньги? 35? Да, 35 денег, ну не это так много. А у меня вот парень тут что-то сломался, блин. Как он? Сломал? Как он это сделал? До следующего цунами. Короче, друзья, все. Теперь я это все удаляю и начинаю строить домик наверху какой-нибудь. Да, Бабян, ты тоже теперь наверх пойдешь? Да, бро. Все, идем наверх делать какую-нибудь тему, друзья. Построим платформу, а на ней потом построим какой-нибудь прикольный домик. Удаляю все. Из чего, Бабян, будем строить наверх? Наверх? Из кирпичей. Наверное, я из святых блоков построю. Из святых блоков? Да. Что такое святой блок? Цветные блоки. Надо из святых, Бабян, блоков, я думаю. Да, вот надо. Тоже неплохо. А как лестницу потом сделать наверх? А там есть ступеньки. Есть ступеньки? Да, бесплатные. Ну, я думаю, как-то получится, да, потом? Ну да, да, нормально работает. А как их ставить, если что, потом? Просто друг на друга и ничего, не надо мудрить, да, просто ставить? Да, да, да. А, ну все. Ну все, парни. Только надо, Бабян, кажется, очень высоко делать, слышишь? Да нормально и так справимся, бро. Не, ну просто там, если пойдет гаргантюанское цунами, супер большое. Да, будет весело. Четырехкратное, тогда мы не выиграем никак, Бобе. Да выиграем, бро. Так, ладно, ну что, друзья, строим тогда, блин, путь вверх и потом платформу. И там будем строить уже наш непосредственно домик с супер убежищем. Так, это я из этого строил. Ну все, парни, строим. Поехали. Блин, через 3 секунды пойдет цунами, парни, а я не успел, только башню делаю. Ничего себе, здоровая башня получается. Да, огромная, идет цунами, друзья. Не знаю, переживу или нет. Но все, выше уже, ребят, делать не буду. Начну здесь, наверное, домик уже строить. Давай, давай, а потом пригласишь. Да, платформу, друзья, делаю. Платформа пошла. Тут надо дырочку сделать, чтобы лестница была вот так. Чтобы тут подниматься. Короче, блин, идет цунами. Ну что, как думаете, парни, выживу? Нет, ставьте ставки. Да я думаю, выживешь, бро. Выживу. Блин, я тоже выживу, наверное. Я надеюсь, ребят, иначе будет обидно. Я бы не хотел просто обидно, так умереть. Обидно, досадно, ну ладно, ладно, ладно. Ну правильно, правильно. Ну что, идет, ребят, цунами, пока живем, слушайте, ну пока кайф. Так, здесь будет у меня заход, если что, лестницу я сделаю. Ну все, парни, смотрите, идет, грядет гигантская волна. Это уже не тройное цунами, оно, видите, быстрее закончится. Ну да. Оно, видите, один раз пройдет их, походу, и все. Мы парни, справляемся, справляемся. Парни, живем. Уже идет, парни, уже идет, снизу цунами маленькое. Сейчас пойдет огромная волна, мужики. Ёкерный бабай. Идет, идет. Ну что-то изич. Подождите, а вон она. Я не знаю, переживаем мы?
Андрюх? Переживаем, конечно. Да я не знаю. Живу. Ой, пережил! Прям близко рядом я со мной! Я тоже пережил, походу! А как тебя же накрыло, Андрюха, с головой? Как ты выжил? А я закрылся там. А, ты закрылся? А я прям стоял, понял? Меня чуть-чуть накрыло водичкой, но я не умер. Фух, накрыло. С кайфом, друзья, ладно. Нас накрыло как цунами. Пережили мы этот цунами, заработали еще денежек. С кайфом, парни. Оп, 35 на базу. Ладно, ну что, продолжаем строить тогда наше убежище. Расширяемся. Ну что, друзья, доделаем домик. Крыша у меня поехала, друзья. Но это новый тренд в искусстве. Асимметрия. Несимметричная крыша. Чуть-чуть в один бок она у меня косится, парни. Но ничего страшного. Главное коситься, чтобы... Пусть косится, главное, чтобы я выжил от цунами. Правильно, Андрюх? Как тебе? Уютненько здесь? Только мебели не хватает, согласен? Мне здесь нравится. Да и без мебели хорошо, слушай. Блин, это денег куча стоит. Самое главное, Андрюх, смотри, я сейчас поставлю раз, получается, тебе. Поставлю мне. И поставлю бабе. Вот. А чё я не могу полежать? Вот тут будем, парни, чилить нормально. Там будет цунами, а будем чилить. И самое главное, блин, не хватает. Ё-моё, я ради этого даже готов, парни, купить. Чего ты хочешь? Я готов даже купить. Туалет хочешь купить, отвечаю. Я готов даже купить и поставить. Наличные. И поставить, парни. Я готов купить и поставить. Что? Ну отойдите, гады. Туалет. И поставить. Вот так, садитесь. Скипи-топ-топ. Слушайте, там идет кислотная цунами, мужики, вы посмотрите. Ого. Ё-моё, братва! Ребята, кислотное цунами, не знаю, мы находимся очень высоко, смотрите, какой у меня получался избушка на курьих ножках, и здесь идет огромное цунами смерти! 70 секунд, парни, надо продержаться! Да, трэш! Держимся, парни, держимся! Подождите, упал! Так, ну что, оно идет, приближается, мужики! Как красиво! Смотрите в окно! Вот оно идет. Я бы сказал, что красиво, конечно! Вот оно идет, парни, это цунами! Оно съест дом! Думаешь, съест, Андрюх? Думаю, да. Думаешь, сожрет? Ой, блин, стена! Смотрите, мужики! Офигеть! Все, оно прошло. А что ты, Андрюх, говорил, дом разъест? Ну, мало ли. Ничего не разъело, нормально все. Вообще ништяк. Сейчас, парни, поставим, Бабян. Смотри, это я тебе поставил, развивайся, братишка. Ты развивайся. Вот и развивайся. Вот тебе еще стул, Бабян. Сиди здесь и читай книжки. Сиди, читай и стол. Убери. Развивайся, босси. Убрал. Это надо развиваться. А Андрюхе вот что надо. Вот так. Холодос. Мне такое надо. Холодильник. Ну что, друзья, вот мне ванна. Вот такой у меня домик получился. Мега фановый против цунами. Денежки заработали. Пойдемте к Андрюхе, парни, на моя. Гоу. А я покупаю тем временем гигаргантюанскую волну. Нифига, это что? Я не знаю, когда она будет, парни, но может когда-то она придет. Короче, будет мега волна. Надо выживать, Андрюх, в твоем цунами, блин. Ой, ну в твоем бункере. В твоем доме. А что у тебя? Вот здесь вот такой домик. Тут мне можно помыть руки и принять душек. Прикольно, душ на первом этаже. Зайти в холодильник. Нормально, а как наверх? Прыгаем. Ну да, прыгайте, парни, у вас должно получиться. Блин, Бабян, ты прыгаешь, да? Ну, да, конечно, это самое, имба. Ну, что-то Андрюха лестницу сделал какую-то, не постарался для гостей. Ну, для гостей не постарался. А как нам, Андрей, ты можешь блоки под нас подставить, чтобы мы залезли сейчас? Пошло, друзья, да! Сколько баллов, Андрюхин дом, друзья? Андрюхин маяк. Я не виноват, что вы залезть не можете. Минус 10 баллов. А где у тебя тут что, Андрюх, все, что ли? Ну а куда ты хотел, чтобы я там что-то влезал? А, все. У меня первый этаж, и вот маяк. Вот здесь это маяк. Неплохо, Андрюх. Вот но самое главное, лампы поставил маяка. Вон лампы. Ну, конечно, вот они светят. Нормуль. Ничего, главное, вот средства доставки наверх не очень, а так, в принципе, неплохо. Че, садимся, ждем. Какой-то будет мега огромное цунами, друзья, сейчас идти на нас. Ага. Мы спасемся здесь, отвечаю. Парни. Вы смотрите. Гаргантуанское цунами. Вы смотрите, парни, какое оно большое. Офигеть. Ё-моё, парни, что-то мне очково. Бро, не очкуй. Вы смотрите, какое гигантское. Блин, она очень здоровая, кстати. Жесть, блин, я не знаю, как там Бабяна хай-тек дом. Вон мой дом на этом. На палке, избушка на курьей ножке на одной. Я не знаю, друзья, мой дом получился мега угарным, если честно, мемным. Андрюх, смотри, темнеет.
Темнеет уже, солнце не видно из-за воды этой. Ребята, что за цунами? Там в моем доме нубики сидят, они выиграют, я думаю. А вот насчет нас не уверен в маяке, Андрюхе. Да парни, мне кажется, накроет все дома. Накрыло всех! Накрывает мега-цунами! Вах-вах-вах-вах-вах! Вот что мы построили, чтобы выжить! Гаргантунганское цунами! Гаргантюа, парни, идет цунами! Вот щит. Это да! А мы выжили! Так, у нас стекла терпит. Братва, мы выжили! Это хорошо! Братва, мы выжили! Это мы цунами! Мы выжили! Смотрите, обезутанули! Я не знаю, цунами прошел. Вон оно, друзья, проходит. Это огромное цунами! Жесткать! Нас накрыло как цунами! Накрыло жестко! Ну что, ребят, сейчас пройдет 40 секунд, и мы пойдем в дом Бабяна. А пока сидим здесь у Андрюхи. Ну все, let's go, пережили, Андрюх, нормально, справился твой бункер, справился конечно, твой маяк. Конечно, маяк справится, очевидно. Ну что, дом Бабяна, друзья, хай-тек какой-то, ультра-стиль, непонятно что, правда. Конечно, парни, конечно. Так, где Бабян, с какой стороны вход? С северной, другой. С южной? С какой? С ну другой. Вот прямо беги, вот так, на заднем. Бегу, Бабян, на заднем. Заходите, пацики. Ага, вот какой дом. Слушайте, ну красиво Бабян сделал. Хай-тек. Ну, хай-тек, тут и похавать, и все можно. Ой, кайф. О, это что же имеется, парни? Так, у хотя лестница хотя бы нормальная. О, тут цветочки, клумба, тут туда-сюда. А окна? Я без окон, окна на другие, чтобы это хай-тек, чтобы не пробило Бабян, да, волной? Конечно, иди сюда на улицу, выходим. А, у тебя еще пристройка есть? Пристройка, конечно, так. Летняя веранда. И все, здесь можно отдыхать с братвой. Вау, эксплуатируемая крыша еще вот здесь, Бабян. Крутяк, а что тут делать-то все можно? Прикольно, слушай, Бабян. Вот это чил. Ну мы тут тоже, наверное, переживем какую-то волну. Давайте подождем, парни, ее. Давайте. Еще одно такое же гаргантюанское цунами, парни, идет. Мне кажется, хай-тек не вывезет. Бабян, я не знаю, мы здесь вывезем. Вывезет. Ребята, идет цунами. Очень страшно, огромное. Домик у нас маленький. Что? А где крыша здесь? Бабян, да крыша-то где? Ой, Бабян, где крыша? Да без крыши. Болван! Это настоящие мужики. Ё-моё! Делай быстрее крышу, Бабян! Это утонем, парни! Крышу делай! Мы тонем, я вам отвечаю! Мама! Мы тонем уже, чувствую! Да не тонем, вы идет, не очкуйте! Идет, ребята, огромное, самое большое цунами в мире! Девочки, блин! Идет прямиком на нас, парни! Всё. Настоящая возня пошла, все, парни. Мы сейчас просто утонем! Все, парни, утонем. Прощаемся! Прощаемся, мужики, ребята. Ну, живем. 7 секунд, у нас уже весь дом под водой. Все. Нормально. Все, смерть. Вот, накрывай. Вода сверху. Нет. Не понял. Так, кто-то выжил, мы живем. Что? Кто-то умер. Кто-то умер, точнее, мы живем. Кто-то умер, мы живем. Слушай, что, пережили, Бабян? Ну. Ого, а как так спроектировал? Ну, это ж дом хай-тек. Все-таки умерли, Бабян. Ну, походу, умерли, блин, парни, там лавовое цунами, кажется. Надо подняться на высокую землю. Мы достаточно высоко, да, парни? Да. Ну, так мы максимально высоко. Мы на самом высоком доме здесь. Это мой дом, самый высокий. Ну ладно. Здесь мы должны быть в безопасности 100%, парни. Вон оно идет. Слушайте, я тебе доверяю. Погоди, а если оно размоет мой основание, фундамент вот этой, моя палка, мы она упадем. Расплавится в лаве, мы же грохнемся, да? Ну, походу, да, аналогично. Парни, простите меня. Все. Хорошо идет. Вот мой домик, друзья. Избушка на курьей ножке на одной. И там лава, а мы здесь стоим, парни. Я не знаю, что будет. Я не хочу туда идти, там слишком жарко. Ой, братва. Как мы терпим. Ой, братва. Миллион градусов, друзья, но мы здесь стоим. Миллиарды держимся. Градусов. Так, надо наверх, парни. Суета, надо внутрь. Внутрь, все внутрь. Я покакаю, мне страшно. Нормально, Андрюх, не ссы. И не какай. Слушайте, а поздно. Все? Изи. Вон над нами она. Под нами, точнее. Все. Вот. Вообще нормально. Даже в хату не затекло, парни. Ну, в натуре. Вот это лавовое цунами. Вот это домик, друзья. Кайфовый, четкий, атмосферный. Хорошая работа. Ну что ж, друзья, пишите, чей домик вам понравился в комментариях. А я думаю, что на такой забавной ноте можно даже и завершить наш сегодняшний ролик. Мы сегодня строили, чтобы выжить, и у нас это получилось. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Ссылочки на канал парни ищите в описании. Смотрите их видосики и стримы. Ну а на сегодня у нас все. Всем большое спасибо. Спасибо за просмотр, удачи, блядь, успехов, хорошего настроения, всего самого замечательного и пока-пока. Бай-бай, дорогие друзья. Чуваки.